В этот час я призываю к вам. Я прошу вас настроиться на божественное, сияющее сознание, лучи божественного света входят в нас, в центр нашего сознания, окутывая каждую клеточку божественным светом. Все тело наполняется божественными, благостными, чистыми, любящими энергиями. Мы настраиваемся в потоке на энергию света, любви, гармонии, благости. Чистые световые потоки несут бесконечное спокойствие, радость, чистоту, доброту. В нас рождается принятие, божественное благословение открывает в нас божественное измерение. Энергия сердца, чистого, доброго, сияющего, начинает окутывать все наше мироздание, всех наших близких, родных, детей, супругов, родителей, коллег по работе, всех, кого видели и знают наши глаза. Божественная энергия идет, исцеляя все наше сознание, все наши мироощущения растворяются в свете. Божественная красота льется в нас и через нас во все миры. Пусть этот божественный свет будет в вас. Пусть он сияет в вас и через вас во все миры. Пусть будет это время, этот час благостно. Это настроение долговечно. Любовь и благодать будет вашим живым состоянием божественного приятия, радости, мироощущения добра, гармонии, божественного состояния.